Один Сармат и все. Были британские острова, нет британских. Но мы же серьезные люди. Не, а вот я и серьезно и говорю. Ну, слушайте, они нас обвиняют, государство террористов. Великобритания тоже располагает ядерным вооружением, Алексей Александрович. По этой войне не выживет никто. Когда вы говорите «удар Сармата», вы понимаете, что никого не будет? Никого на планете? Ну, никого, никогда не говорим никогда. Да, никогда не говорим никогда. Но если уж мы говорим о таких вооружениях, то есть вопрос в том, что ее еще нужно избить, попытаться. Это несбиваемая ракета. То, что у них, он говорит, у нас это ограничено, у нас есть чем сбивать. Посмотрим. Нет еще сарматов в Калининграде. Посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунд. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придумали. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Чего ты успеешь? Ага, куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну пускай думает. Секундомер ему дать, на, 200 секунд отсчитай. Ну да, вот так надо с ними. По-другому никак. Они не понимают.